перейдем к другой сущности. Нас больше интересует духовная пища, а то тленное, проходящее, можно его решить по-другому, скажем. То, что каждый из нас, и я хотел бы чуть-чуть заглянуть с вами в книгу пророка Захарии. Посмотрите на пророка, к которому обращается Божье Слово. Это не мое слово и не чье-то, это сам Господь говорит, который важнее всех нас вместе взятых. Он говорит: Господь очень недоволен отцами нашими. Когда Господь кем-то недоволен, посмотрите, что же есть в этом недовольстве. Хотя Господь недоволен. Посмотрите на следующий стих, в котором мы находим много ободрения. У каждого из нас есть какие-то слабые стороны. В чем-то каждый не угоден Господу. Но то, что радует, посмотрите на третий стих. Поэтому скажи ты им, так говорит Господь воинств, обратитесь ко мне. То есть не уходите дальше, вернитесь обратно. Какова вы думаете реакция этих людей, которые сделали один шаг в сторону от Бога? Хотят они вернуться? Им стыдно, им позорно, неохота краснеть или бледнеть, или еще не знаю как. И они не желают возвратиться. Написано: обратитесь ко мне, говорит Господь воинств, и я обращусь к вам, говорит Господь воинств. Когда Господь смотрит на наши недостатки, Он смотрит с желанием сделать что-то для нашей пользы, чтобы нам было хорошо. Он не суровый Бог, который бьет плеткой. Он Бог, который ждет нашего обращения. И когда Он посылает, допустим, какую-то болячку или какую-то беду, там, штраф пришел, не знаю что, а у каждого есть разные, кого-то побили, кого-то там обворовали, кого-то там что-то случается с нами, это для чего? Для того, чтобы мы вспомнили, куда я иду, в какую сторону смотрю, и обратились обратно. Это совсем не во вред. Он не радуется, когда мы лишаемся здоровья, или денег, или кого-то, или чего-то. Он этим самым желает нам напомнить, что не это твоя надежда, на что ты опирался, допустим, как кошелек, или как родственники, или как муж, или как работа, или как там, что бы ни было. Он хочет сказать, что я должен оставаться твоей надеждой, твоим упованием и доверием. Потому все ваши трудности, которые с вами происходят, не расценивайте, как Бог суровый меня наказал. Бог, любящий, желает, чтобы моей надеждой не были деньги, не были какие-то удовольствия или желания, которые ему не угодно. Он ждет моего возвращения к себе. Об этом мы сегодня много будем говорить. До тех пор я попросил у вас встать для молитвы и помолиться за каждого из тех, которые не поняли еще сущность наших встреч и приходят ради чего-то поставить в карман, но это не является основой для жизни. Мы знаем, что жизнь исходит от Бога, не от кулька. В кульке жизни нет и никогда не будет. А Бог, который все видит, и видит лукавство, и видит лицемерие, имеет справедливость, которую в один день восстановит. Давайте мы помолимся вначале. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за милость Твою над нами, за возможность снова видеть лица друг друга. Благодарим Тебя за каждого из тех, кто пришли, приложив много усилий, возможно, и сил,
отдав для того, чтобы быть здесь и слушать Слово Твое. Я прошу за тех, которые нет сегодня здесь. Помоги им вернуться для того, чтобы быть угодными Тебе. Для того, чтобы понять, что Ты есть любящий Бог, действующий им во благо, на пользу. Для того, чтобы они могли многим рассказать о любящем Боге. Благослови это служение, пение, решение, молитвы, все, что будет происходить, Ты благослови. А те, которые плохо себя чувствуют, не хватает им здоровья, или тяжело им приходить, Господи, Ты ободри там, через чтение Слова Твоего, где они находятся. Если есть те, которые на работе, Господи, помоги им размышлять о Тебе, для того, чтобы приближаться к Тебе все ближе и ближе, прославляя Тебя, достойного Господа. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Давайте найдем несколько пений из песенника. 27 номер. «Стремлюсь вперед прямым путем, назад не оглядываюсь по сторонам тоже. Меня интересует Господь. Вот за кем я следую. Стремлюсь вперед прямым путем и полагаюсь день за днем. Молюсь тому, кто все дает, да силы мне достичь высот. Возведи меня, смей на шорте, а меня, приведи меня в свои дни. Чтобы те, которые не могут петь по-молдавски, не сидели зря. Есть она в 99 номере в этих песенниках. Последний два куплета мы споем по-русски. Come on.
что вы помните прошлое воскресенье. Я сомневаюсь вообще, что помните, но скажем, что вы помните. Мы закончили с вами 14 главу Евангелия от Марка, где говорили об отречении Петра. И до сих пор мы видели четырех библейских героев. Первого звали Иуда, который за 30 серебряников, казалось, продал Иисуса. Кого он по-настоящему продал? Сам себя. Его цена была 30 серебряников. Мы находим, что вывод в книге Деяния апостолов, что он или веревка сорвалась, или ветка поломалась. И упал, и разбился о скалу. В первой главе Деяния апостола вы найдете это описание. Второй герой, который, или как бы первый этап религиозного суда, был перед кем? Был перед Анной, который был раньше первосвященником, у которого есть зять Каиафа. Как Анна, так и Каиафа выносят, казалось, приговор Иисусу, но сами себе подписывают приговор. Мы находим, что один, что другой пошел также на самоубийство, отказавшись от источника жизни. Ты не имеешь другого источника. Негде тебе найти жизнь вечную, но в религии или в философии, или в еще каких-то измышлениях людей. Нет там ничего. Сегодня мы перейдем к следующим трем героям, скажем так, которые также подпишут себе приговор. Первый из них это кто? Пилат. Плюс его супруга вторая. Плюс Ирод, который на это время также, поскольку Пасха, он приходит в Иерусалим на поклонение. Также издевается над Иисусом. И Иисус не предоставляет ему никакой угрозы или ценности. Он плюет в него, он бьет его, насмехается над ним. И это то, что, если мы успеем пройти. Но прежде я хотел бы, чтобы вы понимали, что это время очень перенаполнено людьми. Вы помните, что в понедельник Иисус вошел в Иерусалим на ослике, где постилали одежды перед ним и ветки с пальм, стлали перед ним, и что говорили? Благословен Сын, грядущий во имя Господня. Такое событие не могло не оставить Пилата, как начальника охраны со стороны Рима, безразличным. Он в празднике должен был снарядить особый отряд воинов, о котором мы чуть раньше читали, что когда они пришли за Иисусом, они все пали, не имея способности схватить или связать его, или повести его, когда он им ответил, кто он. Этот же Пилат, который знаком с Иисусом, скажем так, заранее, думает, что Иисус должен ему отвечать. Мы будем читать выборочно, потому я хотел бы, чтобы вы понимали эту историю для себя. А тогда, когда мы знаем, что религиозная власть евреев не могла сделать смертного приговора кому-то. И, конечно, если вы читаете Писание, вы, наверное, помните тот случай со Стефаном, когда Стефана толпа забила камнями. И 7 глава Деяний апостолов об этом повествует. Вы помните другие несколько случаев, когда также толпа пытается отнять жизнь у Павла. И бьют его камнями в Листре, в Дерве, и он возвращается потом. Но это уровень толпы. Это вот как уличная драка произошла. Без присутствия полиции, без заявления, без там, прокурора, судей, кого-то. Суд над Иисусом — это вот такого уровня суд.
где на уровне правительства. На уровне правительства евреи не могли осудить кого-то насмерть. Об этом написано в 17 главе Евангелия Иоанна, 31 стих, последняя фраза. Нам незаконно предавать смерти никого. И из-за этого они вынуждены, после чего сами внутри себя решили, чтобы Иисус умер. Мы читали это в Евангелии от Марка, в 14 главе. Как бы вам понравилось, чтобы прежде чем появится обвинитель, появится адвокат, появится прокурор, появится вся эта судебная процессия, уже у кого-то в уме было. Мы должны предать его смерти. Написано, чтобы предать его смерти, и не нашли ни одного. Ночью очень трудно найти какого-то свидетеля, который бы говорил что-то против Иисуса. Потому что Иисус говорил всегда открыто. И то, что Иисус говорил, это вызывало удивление, изумление и привлечение толпы. Толпа не отставала от Иисуса, даже если Иисус хотел отдохнуть со своими учениками. И там они его находят, и там приносят больных, и там они дают ему передохнуть. Но теперь мы в 15 главе. 15 глава не аж такая большая, как 14, но вместе с ней, с тем, она наполнена событиями, которые беспокоят меня и вас. Я думаю, что вы, наверное, понимаете, что тогда, когда было три креста, да, чей крест должен был быть посредине? Иисуса. Нет, нет, нет. Должен был быть. Один разбойник здесь, один разбойник здесь. На этом кресте кто должен был быть? Варнава. Варнава. Какая польза была бы вам, если бы на нем оказался Варнава? Никакая. Никакая. Хотя, слово Варава значит сын отца. Вар, Ава. Ава отец, Вар сына. Помните, когда Иисус обращается к Петру, Симон, сын Ионин, он говорит ему, Симон, Бар-Йон. Это также сын отца. Но сын не того отца, который является небесным или всемогущим. Это земного отца, который хотел избавить иудеев от римского ига. Варнава принадлежал одному из отрядов, зелотов, которые при любом случае вонзали кинжал в римского воина или кого-то, кто, скажем так, нарывался на это, и они пытались уничтожить. За это он сидит в тюрьме. Кроме этого, я хотел бы теперь спросить тех людей, и посмотреть им в глаза. И чтобы вы прочувствовали, вот этот Варнава, который сидит за собрание войска и противостояние римской власти. Хотели бы вы заглянуть ему в глаза, когда ему говорят, ты свободен, иди восвояси. Это то, что происходит с каждым из нас, когда, находясь под бременем грехов, Иисус в один день говорит, ты свободен от грехов. Не нужно тебе тащить этот мешок за собой. Я бросил за хребет, я забыл про это. Иди, будь свободен. А второй человек, который был освобожден в день, или даже не день, а несколько часов, который Иисус висит с ним на кресте. Вы помните, что суд перед религиозной властью где-то с часу ночи до трех. Мы знаем, что в три часа запел петух, и Петр горько заплакал. Это было окончание религиозного суда над Иисусом. До
суда над Иисусом у легальной власти или у гражданской власти, как Ирод и Пилат, это наступает с зари, когда солнце встает, с 5 утра. Но все проходит очень быстро. В 9 часов мы находим Иисуса уже распятым. В это время мы находим другого разбойника, который также получает удовлетворение или утешение того, что слышит от Иисуса. «Ныне же будешь со мною в раю». Я также хотел бы видеть этого освобожденного от бремени греха от человека. Два других, которые также за эти несколько часов, сколько Иисус висит на кресте, получают освобождение, это давние враги. Это Ирод и Пилат. Где Ирод является сыном Ирода Великого. У него есть 4 сыновей, которые также по специальности строители и выстраивают 12 городов за время их правления. Ирод Антипа, о котором мы будем читать сегодня, он правил вот этой верхней частью Галилеи. И если есть у вас в ваших Библиях карты в конце Галилея, я не знаю, что вы увидите вот здесь. Это вот эта верхняя часть. Вот это Иудея, где правит Пилат. Ирод Антипа приходит на праздник Пасхи в Иерусалим, сюда. Вот почему Иисусу не нужно было, узнав Пилат, что он из Галилеи, идти аж в Галилею и обратно к Пилату на суд, о чем повествует нам 14 глава Евангелия от Марка. Поскольку Ирод был также в Иерусалиме, Ирод человек, который живет со страхом. Вы помните, что он взял жену своего двоюродного брата, за что Иоанн Креститель выговаривает ему на одной из вечеринок, за что Иоанн Креститель лишается головы. А посмотрите в 6 главу Евангелия от Марка, где описывается этот случай. 6 глава Евангелия от Марка. Я начну читать 14 стиха. «И услышал царь Ирод о нем», то есть об Иисусе, «ибо имя его распространилось повсюду, и говорил, что Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и поэтому могучие дела проявляются в нем». Слышите вы здесь страх, что я его убил, а он, если воскрес из мертвых, для него будет, ну, намного проще меня теперь убить. И этого боится Ирод. Другие говорили, что это Илья, другие говорили, что это пророк, или один из пророков. Но когда Ирод услышал об этом, он сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо Ирод сам посылал схватить Иоанна и заковал его в темнице за Ироаду, жену Филиппа, брата своего, ибо он женился на ней. Ибо Иоанн сказал Ироду: «Незаконно тебе иметь жену брата твоего». Поэтому Родиада имела вражду против него и хотела было убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он человек праведный и святой, и наблюдал за ним. И когда слушал его, и многое делал, слушал его с удовольствием. И когда настал удобный день, что Ирод на свой день рождения сделал вечерю вельможам своим, высоким начальникам и главным сословием Галилеи, и когда дочь вышеупомянутой Иродиады вошла и плясала и угодила Ироду, и тем, кто сидел с ним, царь сказал девице: «Проси у меня все, чего хочешь, и дам тебе». И он поклялся ей: «Все, чего не попросишь у меня, дам тебе до половины моего царства». И она вышла и сказала матери своей, чего просить. И та сказала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас вошла с поспешностью к царю
и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». И царь чрезвычайно опечалился, но ради клятвы своей и ради тех, кто сидел с ним, не захотел отказать ей. И тотчас царь послал палача, повелел принести голову его, и он пошел и обезглавил его в темнице, и принес голову его на блюде, и дал ее девице, девица дала ее матери своей. Вот это первая, казалось бы, такая должна была быть встреча, но она не состоялась. Ирод слышит об Иисусе, но глазами не видится. И он продолжает желать увидеться с Иисусом. Посмотрите на другой пример из Евангелия от Луки, где мы встречаем снова фарисеев, которые предупреждают Иисуса, чтобы он не ходил. И я лучше прочитаю вам, и вы поймете, о чем мы говорим. 13 глава Евангелия от Луки, с 31 стиха. «В тот же день пришли некоторые из фарисеев, говоря ему: „Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя“. И он сказал им: „Пойдите и скажите это лисице: вот я изгоняю дьявола и совершаю исцеление сегодня, завтра и в третий день стану совершенным. Однако я должен ходить сегодня и завтра, в день последующий, ибо не может быть, чтобы пророк погиб вне Иерусалима“». То есть, другими словами, Иисус говорит: нет, а хотя он сильно хотел бы убить меня, он не сможет этого сделать, поскольку у меня еще есть время закончить мою миссию. 23 глава Евангелия от Луки повествует нам о том, как состоялась эта встреча. Представьте себе, что за день или за часы до этого религиозная власть издевалась над Иисусом. И никто его не умыл, никто его не переодел, никто его не представил перед этого губернатора как того, который мог бы предоставлять какую-либо угрозу. Мы говорили с вами в прошлый раз о тех обвинениях, которые они выдвигали. Но почему, которые записаны в одном стихе, выберется последнее. И посмотрите, почему выбирается последнее. Я вам прочитаю из 23 главы 2 стих. «И начали обвинять его, говоря: „Мы нашли, что этот развращает нацию“». Скажите, Иисус развращал нацию? Нет. А кто развращал? Книжники и фарисеи. Они были в этом виновны. Вместе с тем, хотят переставить вину над Иисусом. Запрещает давать дань Цезарю. Мы говорили в прошлый раз, что он посылал Петра с удочкой, чтобы тот поймал рыбу и заплатил за себя и за него. И что он сам Христос царь. Вот что их беспокоит. Хотя Иисус был царь, но его царство не от мира сего. И это им непонятно. И это станет загвоздкой для того, чтобы учинить над ним различные несправедливости. Теперь, когда мы пришли к этому месту, я хотел бы прочитать вам то, что делает Ирод с Иисусом. 8 стих. «И когда Ирод увидел Иисуса, он чрезвычайно обрадовался, ибо давно желал увидеть его, поэтому, что многое слышал о нем, и надеялся увидеть какое-нибудь чудо, делаемое им. Потом он стал расспрашивать его, но он ничего не отвечал ему». И мы говорили, почему Иисус ничего не отвечает Ироду. Потому что все, что будет говорить Ирод, это не вопросы о его сущности, о его идентификации, или кто он. А это вопросы второстепенные. Потому Иисус молчит, на все эти вопросы не отвечает. А главные священники и книжники стояли и неистово обвиняли его. Ирод со своими воинами поставил его ни во что, то есть поиздевался над ним. И одел его в пышное одеяние, отослал его обратно к Пилату. Скажите, поиздеваться над человеком, когда он не виновен, это справедливо? Нет.
Вообще несправедливо. Мы не находим, чтобы Ирод определил какую-то вину. Тот факт, что... Давайте вернемся вместе с вами к Евангелию от Матфея. В 27 главу. И прочитаем первые 10 стихов в отношении того, что этим же утром происходит с Иудой. Тогда, когда Иисус защищается перед Анной, перед Каиафой, а впоследствии перед Пилатом и Иродом, умная мысля приходит напосля, говорят, да? Посмотрите, что происходит с Иудой в это же время. Когда наступило утро, все главные священники и старейшины народа совещались против Иисуса, чтобы предать его смерти. И когда связали его, увели и отдали его Понтию Пилату, правителю. Когда Иуда, который предал его, когда увидел, что он осужден, раскаялся, возвратил 30 серебряников главным священникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я в том, что предал кровь невинную». И они сказали: «Что нам до того, смотри сам». И он бросил серебряники в храме и удалился, и пошел, и повесился. Можно читать дальше эту историю, что произошло с этими деньгами, а какую землю купили, для чего не купили. Но вот этот факт, что Иуда признал своим фактом, что Иисус ни в чем не виновен. Ирод признал, что Иисус ни в чем не виновен. Давайте вернемся вместе с вами в 22 главу. Прошу прощения, 23 глава, также Луки. Я прочитаю три постановления Пилата, где Иисус ни в чем не виновен. И как следствие того, что он не виновен. Смотрите. 23 глава, стих 4. Тогда сказал Пилат главным священникам и народу: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке. Этого достаточно, чтобы не плевали в тебя, чтобы не драли твои волосы, чтобы не издевались, не насмехались, не отпустили тебя домой». Да? Но вместе с тем они этого не делают. 14 стих. «Сказал им: вы привели ко мне этого человека как такового, что развращает народ. И вот я, допросив его перед вами, не нашел никакой вины в этом человеке касательно того, в чем вы обвиняете его». Теперь Пилат перейдет от первосвященников и книжников к той толпе, которая, казалось бы, 5 дней назад пригласила Иисуса в Иерусалим и проводила его. И вот чего они больше всего боятся. Что если толпа узнает, что суд происходит над Иисусом, они восстанут, и Рим должен будет принять меры для того, чтобы всех этих наместников сослать в тюрьму и лишить их зарплаты или еще чего-то. Между прочим, Ирода заключение в 15 стихе. «Нет, не так же Ирод, ибо я посылал вас к нему, и вот ничего достойного смерти не сделано ему. И поэтому накажу его, отпущу». Стоит ли наказывать, когда он ничего достойного смерти не сделал? И вот третий раз, когда мы находим решение Пилата. 22 стих. «И он сказал им в третий раз: какое зло сделал он? Я не нашел никакой причины смерти в нем. И поэтому, что вы думаете, отпущу его домой? Накажу его». Это несправедливый суд, мы говорили в начале. И мы видим теперь, насколько он несправедлив. Но вместе с тем, когда мы читаем об этих событиях, я хотел бы вернуть вас в Евангелие от Марка, в 15 главу, и заметить, что между 5 и 6 стихом совершается то, от чего Марк не описывает. Я хотел бы прочитать это в Евангелии Иоанна, который больше описывает из того,
А о чем думает Пилат и почему он так думает? И вместе с тем, кем был Иисус, тем он и остался. Если мы перевернем Евангелие Иоанна, в начале, в 10 главе, мы прочитаем 17 и 18 стихи. 10 глава Евангелия Иоанна, стих 17 и 18. «Поэтому любит меня Отец мой, потому что я полагаю жизнь мою, чтобы мне опять взять ее». Была такая власть у Пилата? Не было. Хотя он и притязает, что мы будем сейчас читать об этом. «Никто не берет ее у меня, но я сам полагаю ее, имею власть положить ее, власть имею опять взять ее, эту заповедь получил я от Отца моего». Посмотрите на другое заявление Иисуса, которое не менее удивительное, чем это. 12 глава, 32 стих. «И я, если вознесен, буду от земли». Скажите, он был вознесен от земли? Yes. Да. Написано, «всех привлеку к себе». Это еще большее обещание. Заходите, пожалуйста. Кто заходит последний? Будьте добры, закрывайте дверь, чтобы сюда не залетали птички и всякие там невелички. Давайте перевернем в 19 главу и прочитаем продолжительный отрывок отсюда, а чего не описывает евангелист Марк или Лука в отношении Пилата. Пилат поэтому взял Иисуса и бичевал его. Исплели солдаты венец из колючек и возложили ему на голову и надели на него пурпуровое одеяние. И говорили: «Привет, царь иудейский!» И били его руками. Пилат поэтому опять вышел и говорил им: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в венце из колючек, в пурпуровом одеянии, и Пилат говорит им: «Вот человек». До сих пор он видел стойкость Иисуса. Иисус не вилял, Иисус не прятался, не посылал вместо себя кого-то, хотя мог бы так делать, но он этого не делает. Это причина, почему они его боятся взять сами. Они знают, что Иисус будет в окружении учеников, что это достаточно надежная, скажем, группа, которая может дать им отпор. Потому они берут его ночью. Не только из-за боязни толпы, но также из-за того, чтобы никто об этом не узнал. И это было внезапно. Вот человек, да? 6 стих. «Поэтому, когда главные священники и служители увидели его, они закричали, говоря: „Распни, распни его!“ Пилат говорит им: „Возьмите его, вы распните, ибо я не нахожу в нем никакой вины“». Евангелист Иоанн также повторит три случая, где Пилат признает, что он не находит в нем никакой вины. Но посмотрите на печальное. Я вернусь в Евангелие от Марка, где записаны эти слова в 15 стихе. Как бы вы хотели, чтобы на вашем могильном камне было установлено? Какая надпись? Смотрите, что делает Пилат. Узнав, что он не имеет никакой вины, что делает он в заключении? Стих 15, первая фраза. «Итак, Пилат, желая удовлетворить народ, не делает то, что он думает, хотя и жена ему свидетельствует, хотя Ирод свидетельствует, хотя многие другие принесут свои свидетельства. Он делает то, что желает народ». И это очень печальный исход жизни Пилата. И так дальше. Иудеи ответили ему: мы имеем закон, и по нашему закону он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим. Поэтому, когда Пилат услышал то слово, он еще больше испугался. Скажите, чего боится Пилат? Потому что тот, кого он распнет, является не просто человеческим сыном.
а является Сыном Божьим. Что вы думаете, или как будет вести себя Пилат до конца своих дней, принимая участие в таком событии? Он не распял его. Он отдал его на распятие. Но как чувствовал себя Пилат после этого? Плохо. Очень плохо. Жизнь его заканчивается самоубийством. До сих пор есть несколько легенд, что тело мертвого Пилата бросили в реку Витали, и эта вода начала возмущаться и выбросила его на берег. После этого есть другая легенда, что отвезли его в Вену, где другая река также не хотела принять его. Оттуда это тело повезли в Швейцарию, бросили его в какое-то озеро, но легенда говорит, что каждое утро, даже каждую пятницу, поднимается это тело из воды, где две руки поднимаются, умываются, а что я не виновен в крови праведника этого. Это то, что говорит легенда. Есть другая противоположная история, где одно из племен Эфиопии почитает Пилата за божество, думая, что он ни в чем этом не виновен. Какова истина о жизни Пилата? Тело его находится в аду. Душа его находится в аду, тело его съели черви. И мучения, которые он испытывает. Я хотел бы только одну заметку сделать по отношению Ирода. Мы говорили чуть-чуть про него. Посмотрите в 12 главу Деяний апостолов, где Ирод произносит речь. И результат этой речи. 12 глава, 21 стих. В назначенный день Ирод, облеченный в царское одеяние, сел на свой престол и произнес им речь. И вскричал народ, говоря, это голос Бога, а не человека. И тотчас ангел Господень поразил его, потому что он не воздал славы Богу. И он был изъеден червями и отдал дух. А вот настоящая реальность жизни человека, который пренебрег Иисусом, который отказался от единственного шанса быть вместе с Ним. И мы видели пример Петра, который оставался, даже отрекшись от Иисуса, продолжал его любить и продолжал стремиться назад, вернувшись, восстановить взаимоотношения. Если вы помните книгу Йова в Ветхом Завете, это самая первая книга, которая была написана в Ветхом Завете, книга Йова, где Йов также, пройдя через глубину человеческих страданий, остается верным Господу. И это картина Петра. Но о Пилате мы читаем совершенно противоположное. Когда ты напуган, можешь ли ты принимать правильные решения? Нет. И вот эти неправильные решения будут следовать в жизни Пилата на протяжении всей вечности. И опять пошел в судейский зал и говорит Иисусу, откуда ты? К чему этот вопрос? Как будто бы сбросить снова вину на кого-то. Он знает, что Иисус из Галилеи. Он уже посылал его к Ироду на допрос. Ирод посмеялся над ним и прислал его обратно. Но Иисус не дал ему никакого ответа. Тогда говорит Пилат ему, со мной не говоришь? Разве не знаешь, что я имею власть распять тебя и имею власть опять отпустить тебя? Скажите, была ли у Пилата такая власть, на которую он притязал якобы? Да, он был вассалом Рима и выполнял то, что хочет Рим. С тех пор, как он перестал бы выполнять то, что хочет Рим, а Рим нашел бы замену Пилату в два счета. Причина, по которой Пилат боится сделать что-то против Рима, поскольку он уже дважды оступился перед евреями. Вот этот Ирод Антипа, он царствовал 40 с чем-то лет над Галилеей.
И тогда, когда приходит Пилат, как посланник Рима, он приходит со знаменами, на которых портрет Цезаря с орлом. И это иудеи считали идолом. Они никогда не поклонялись какому-либо идолу, тем более Цезарю. Когда мы находим другое событие, посмотрите в 13 главу Евангелия от Луки, когда Пилат решает взять деньги из храма, которые жертвовали иудеи, и это было корван, это было только для служения Богу. Нельзя было этими деньгами делать какие-то социальные проекты. Пилат берет эти деньги для того, чтобы построить новый водопровод. Это вызывает большой гнев у иудеев. Они собираются и бастуют, и он для того, чтобы остановить эту забастовку, собирает их в амфитеатр и окружает их воинами. И вот здесь описание этого события. Присутствовали там в то время некоторые, которые рассказали ему о галилеянах, чью кровь Пилат смешал с жертвами их. И эти галилеяне не желают подчиниться Ироду, и воины срезают им головы. Это также остается в памяти евреев как поступок, который вызывает отвращение к Ироду. И при случае, если Ирод в третий раз осмелится, ослушаться их, у них уже есть два случая против него, где Тиберий дает ему указание убрать эти знамена с Иерусалима и поставить их в Цезарии. Это был языческий город, который был выстроен этим Иродом. Был город Тиберий, был другие 12 городов они построили. Но евреи туда не заселялись, потому что они считали, что то, что осквернено язычниками, им там делать нечего. Они даже не проходили через Самарию, которая была половина иудейская, смешанная с иудейскими нациями. Потому они жили только в своих городах. А там есть свободная жилая площадь, они туда не шли, не поселялись. Мы не находим ни разу, что Иисус посетил город Тиберии или там еще какой-то город, который построил Ир. Но говоря о Пилате, Иисус ответил: как мог бы ты не мог бы иметь никакой власти вообще против меня, если бы не дано было тебе свыше? Вот откуда вся власть. Вся власть у Иисуса, не у Пилата. Пилат думает, что у него есть эта власть, но по-настоящему он ею не обладает. Поэтому тот, кто отдал меня тебе, имеет больший грех. С этого времени Пилат искал отпустить его. Но иудеи кричали, говоря: если отпустишь человека этого, ты не Цезарев друг. И всякий, делающий себя царем, говорит против Цезаря. Поэтому, когда Пилат услышал то слово, он вывел Иисуса на судейское сиденье, на место, которое называется помост на еврейском Гавафа. И было приготовление Пасхи. И около 6 часа он говорит иудеям: вот царь ваш. Посмотрите, что говорят иудеи в ответ. Но они закричали: вон его! Вон его! Распни его! Пилат говорит им: царя ли мне вашего распять? Главные священники ответили: нет у нас никакого царя, кроме Цезаря. Тогда он отдал его поэтому им на распятие, и они взяли Иисуса и увели. И неся крест свой, он вышел на место, называемое место черепа, которое на еврейском называется Голгофа. Хотел бы я спросить вас, вы, наверное, просмотрели много фильмов про войну, про еврейские преследования, и задавались вопросом, почему Гитлер или там еще кто-то, и до Гитлера, и после Гитлера, все преследуют еврейскую нацию и винят их в чем правда и неправда. Вы помните, с первого века, когда Нерон обвинил христиан в том, что они подожгли Рим, хотя они не имели ничего общего с этим. Почему? Потому что
иудеи решили, что нет у нас другого царя, кроме Кесаря. Отказавшись от Бога, навлекли на свою голову или на свою судьбу множество проклятий и бед. И то, почему народ еврейский страдает и до сегодняшнего дня, чтобы, осознав эту вину, они могли вернуться обратно в объятия Бога или в лоно Божье, чтобы признать Его как Господина своего, как Спасителя своего. А то, с чего мы начинали, говорил пророк Захария. Он ждет их возвращения. Он не может смириться с их отступничеством, с их отклонениями, а с их заблуждениями. Он ждет их обратно. И вы помните самое первое событие, которое свидетельствовало об горькой участи израильского народа, это разрушение Иерусалима, где храм был разрушен всего через 40 лет после этого события. И одно за другим свидетельствует там история, как этот народ находится в гонениях, в страданиях, в мучениях, только лишь потому, что отказался от своего Мессии, который ради них пришел, говорит нам евангелист Иоанн вначале, к своим пришел, но свои не приняли. 11 стих 1 главы Евангелия Иоанна написано: «Пришел к своим, свои не приняли его». Оттого их преследования не прекращаются, несправедливости растут как грибы перед ними, для того, чтобы они могли осознать свою ошибку и наконец-то вернуться к Господину или к тому источнику, от которого исходит всякая власть и который кому хочет дает ее. Я хотел бы вместе с вами помолиться и вывод сделать, что этот крест, благодарность Господу, не был занят Варнавой, а был занят Иисусом Христом. И мы говорили о тех разных людях, которые подтверждают невиновность Иисуса и правдоподобность от того, кем Он был по-настоящему. Я вам говорил, наверное, с первой главы Евангелия от Марка. Посмотрите, как начинается первая глава, первый стих Евангелия от Марка. Начало Евангелия Иисуса Христа, кого? Сына человеческого? Сына Божьего. Вот о чем будет писать Марк все Евангелие, где раз за разом, чудо за чудом, Иисус подтверждает, что Он принадлежит Богу. И только принадлежа Богу, Ему доступно, чтобы успокоить море, чтобы накормить толпу, чтобы исцелить кого-то, чтобы воскресить кого-то, чтобы открыть глаза, чтобы те вещи, которые не могли сделать врачи на протяжении многих лет, Иисус это делает. Посмотрите в 15 главу Евангелия от Марка на признание центуриона, который в 39 стихе, это неверующий человек, это римлянин, это невоспитанный в иудейской культуре, это не наученный даже тому, чему были научены иудеи. Но он, смотря на распятие, посмотрите, в чем убеждается. И когда центурион, который стоял против него, увидел, что он так закричал и отдал дух, он сказал: «Воистину человек этот был Сын Божий». Вот это то, что повествует нам евангелист Марк об Сыне Божьем, который был праведен, никогда ни в чем не согрешил ни перед людьми, ни перед Богом, вместе с тем был отдан на распятие, в чем причина, посмотрите во вторую главу Деяния апостолов, на проповедь Петра, который, рассматривая это событие чуть позже, скажет нам в
22 и 23 стихи я прочитаю. Вы, мужи Израиля, послушайте слова эти. Иисуса из Назарета, мужа, одобренного Богом среди вас чудесами и дивами и знамениями, которые Бог сделал через него среди вас, как вы и сами знаете. Его по определенному совету, и посмотрите, и признанию Божьему. Бог допустил, чтобы это случилось. Если бы Бог не допустил, ничего бы из этого не случилось. Мы говорили с вами о том, что они не хотели взять его на Пасху, именно на Пасху взяли его. Не хотели осудить его ночью, именно ночью осудили. Не хотели, а чего они там не хотели, неважно, но то, что Бог предназначил, то и сбылось. Признание Божьему, отданного вы взяли и руками нечестивых распяли и убили. Это не единственное место, о которое говорит о Божьем предзнании. А посмотрите на 4 главу. 4 глава Деяния апостолов. Мы снова прочитаем эту же. Угу. 27 и 28 стихи. Ибо поистине, против твоего святого дитяти Иисуса, которого ты помазал, собрались вместе и Ирод, и Понтий Пилат с язычниками и народом Израиля, для того, чтобы сделать все, чему предопределила рука твоя и совет твой быть сделанным. Вот то благо, которое мы можем извлечь из всей вот этой печальной картины. Бог, Он был тем, который отдал Сына Своего в доказательство любви к нам, в доказательство того, что хочет помочь нам. Не нужно нам теперь умирать или страдать, или платить, или еще что-то делать за наши грехи. Это уже сделал Иисус в своей смерти. И когда вам кто-то говорит, меня наказал Бог, или и радуются, или смеются еще, знайте, что это не Божье действие, а это действие зависти. Когда они видят, что вы страдаете, зависть тогда радуется. Любовь не радуется злу, никогда. И брат Андрей проповедовал 13 главы 1 Коринфянам несколько недель назад, а прочитайте ее снова и подчеркните себе эти слова. Любовь не радуется злу. Зависть радуется злу. Когда кто-то видит, что вы чего-то лишились, будь то здоровья, будь то чего-то материального, и радуется, знайте, что здесь не добрый мотив и не Божий почерк поведения. Божий почерк поведения – это помочь человеку, вдохновить его, ободрить его, поднять его крылья, чтобы он мог снова лететь, чтобы он не бился об землю и не горевал, и не страдал, многие думают, что это их судьба. Я хотел бы вместе с вами помолиться и попросить у Господа сил не быть Анной, Каяфой, Иродом, Пилатом, его супругой, Иудой и многими другими первосвященниками, книжниками, фарисеями, участь которых была обречена на то, чтобы провести вечность в аду. И решение, которое будет зависеть от вас. Я прочитаю его в 15 главе Евангелия от Марка, стих 12. И Пилат ответил и опять сказал им, «Чего вы хотите тогда, чтобы я сделал тому, которого вы называете царем иудейским?» То, чего вы хотите, чтобы было сделано царю иудейскому, от этого будет зависеть,
будете вы с царем, или вы останетесь без царя. Давайте встанем для молитвы. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты так добр к нам, и мы можем читать Слово Твое, и можем вникать в смысл того несправедливого суда, который был учрежден над Тобой. Благослови каждого из нас не попадаться на крючок зависти, корысти, раздора, спора или еще каких-то вещей, которые были в Твоем осуждении. Тебя предали из зависти. Они хотели, чтобы за ними следовали люди, но они последовали за Тобой, как власть имеющим. Благослови каждого из нас следовать за тем, кто по-настоящему обладает властью, распоряжаться своей жизнью, который может отдавать и принимать ее, а не теми, которые претендуют на эту власть и думают, что от них все зависит. Благослови каждого из нас смирением, послушанием, желанием возвышать друг друга, не унижать и не смеяться над их недостатками или пороками, а вдохновляясь Твоей любовью, Твоей верностью, Твоим примером, быть теми, которые служат Тебе и желают собирать все воедино, не разбивать или не распространять негативное. Благослови каждого из нас на эту неделю. Охраняй нас от всего злого и нечестивого. Сохрани здоровье каждого. У тех, кого здоровье слабое, Ты подкрепи их, для того, чтобы они также могли, приходя, слушать слова Твои и делать выводы для своей жизни. Исправляя негативное, стремиться к позитивному, угождая Тебе и прославляя Тебя. Достойного Господа, во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Давайте мы споем еще пение, после чего будем... Приди, измученный грехом, покинь неверие тьму. 92 номер. Приди, измученный грехом, покинь неверие тьму. Николай перешел в вечность, и это
мое к вам предупреждение. Не оставайтесь на нейтральной полосе, что касается жизни с Иисусом. Примите его, не откладывайте на потом. Возможно, он планировал быть сегодня в церкви, может быть, праздновал у него в этом месяце день рождения, может, еще какие-то у него планы были встретиться с кем-то, или поговорить, или что-то сделать, но пришел час, и ты не можешь сказать смерти: подожди, я пойду куда? Закончу свои дела, или я сделаю то или это. Она приходит и забирает. Если вы еще не примирились с Господом, сделайте это прежде, чем наступит навечно поздно. Для того, чтобы жизнь ваша была в его руках, который обладает властью и который силен сохранить вас от всего негативного, которое вас желает преследовать или желает навредить вам, для того, чтобы радоваться и потирать руки, говоря: «О, я так ждал долго этого момента». Как ждал этого момента Ирод, но когда он ему предоставился, он не воспользовался этим шансом принять Иисуса, почтить Иисуса, отдать ему честь. Он всего лишь насмехался и избил его без причины. Чтобы это не было нашей практикой, мы потому приходим сюда, чтобы слушать Божье Слово. Не для того, чтобы часик поспать, даже не для того, чтобы увидеть лица друг друга, для того, чтобы чему-то научиться и что-то изменить в своей жизни. И если вы до сих пор ничего не изменили, на пальцах одной руки можно сказать, что вы гордец, вы упрямый, вы алчный, вы злой, вы... Еще, может быть, какой-то, есть много таких качеств, за которые люди держатся. Но вместе с тем, в момент, когда они предстанут перед Богом, они обнаружат, что то, за что они всю жизнь держались, их покинуло. И тот, который держал всю их жизнь, остался верным и не упрямству, ни алчности, ни злобе, ни каким-то другим качествам, которые не смогут вас удержать тогда. Попросим брата Николая помолиться в заключение. Каждый получит из вас книжку, которая называется «Князь мира», которая является настоящим князем, неподдельным князем. И мы сегодня видели доказательства того, из уст главных правителей Палестины того времени. Давайте мы встанем для заключительной молитвы, после чего получите книжку. Благодарим Тебе и слава Тебе, наш любящий Бог. Тебе только аллилуйя, осанное поклонение за то, что Ты так нас любишь, уразумляешь, увещеваешь через Слово Твое Святое. Дай нам это принять в своих сердцах. Дай нам быть бдительными воинами на страже сердца и души. Ибо завтра же день не в наших руках. Дай нам быть Твоими, дай нам быть для встречения с Тобой на облаках готовыми. Распусти нас миром Твоим. Уразумляйте нас, наставляйте нам. Брата Пола, Сюзанна, благодаря там в Америке, дай им приехать в благополучие. Дай нам вместе прославлять Тебя, драгоценного, любящего нашего Бога, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.